Начинаем свое включение с мужского турнира уже, категории Light. Сейчас после небольшой паузы представим игроков и тех, кто будет участвовать дальше в финальных играх. Пока пару раз, еще раз пару слов благодарственных о спонсорах нашего турнира скажем. Официальным поставщиком турнира в серии CutShot Open, поставщиком воды питьевой, является компания Шишкин Лес. Покупайте чистую питьевую воду. Спонсор, театральный спонсор нашего турнира — театр Мастерская. Прекрасные спектакли, билеты на которые достанутся призерам нашего турнира. Политический спонсор нашего турнира, не только политический, например, помогает сегодня нам в том числе фотографами. Пригласили своего профессионального фотографа, надеюсь, он нас порадует профессиональными снимками, помимо того, что непосредственно организаторы турнира снимали, еще будет от них компания ЛДПР. Магазин сувенирной продукции волейбольных офицеров «Волей Лайф», компания «Ласточкино гнездо», поставщик кинезиотейпов компания «Роктейп», студия «Загара подсолнух», магазин спортивной одежды, аксессуаров «Спорт Open». Сейчас у нас уже практически все готово к матчу за третье место. Сейчас я вам представлю через паузу участников. Стартовал у нас с вами матч за третье место, в котором встречаются на ближней к нам стороне площадки Антон Васильев и Антон Шевцов, два Антона, и Городовенко Валентин и Русаков Виталик. Пока 1-0, два Антона у нас повели. Да, совсем не по лайтовому бьет Антон Васильев и зарабатывает очередное очко. Так. В очередной раз я намекаю, что пора бы ему закончить свое выступление в лайте и перейти куда-то на уровень выше. А он все время, когда ему при случае об этом говорю, так это напоминает, что он ничего пока еще не выиграл и намеревается это сделать. Но сегодня он у него тоже выше третьего места подняться не получится. Вот такой вот у нас уровень лайтовых турниров получается. Валентин Городовенко и Русаков Виталик на моей памяти у нас участвуют первый раз. Не знаю, с кем они играли в полуфинале. Чуть попозже, наверное, выясню.
В четвертьфинале они так бодро обыграли знакомых мне ребят Вадима Максютова и Рома Юглеского, которых я, честно говоря, рассчитывал увидеть чуть повыше. Периодически в одной группе мы с ними занимаемся, в частности, у Гриши Гончарова. Иногда, когда я там кого-то подменяю, Дмитрию Карпову тоже получается вместе. Ну, ребята активно занимаются. Но не им сегодня посвящены будут комментарии, поскольку они свое выступление в четвертьфинале закончили. Антон Васильев хорошо переводит по линии, в защите обрабатывает хорошо крабом. Нет. Шевцов Антон зарабатывает очком. Счет 5-1. Очень уверенно стартовали Антоны. Есть, уверенно. 6-1, смена сторон. Виталий Русаков забивает очередное очко. Счет у нас становится 2-6. Пока не очень у Виталия с Валентином. И да, дела идут. Но я думаю, что наладится в конце концов. Валентин Гордовенко на подаче. Очень хорошо справляется с ударом Антон Шевцов. Уверенно в диагональ, не очень понятно позицию выбрал Виталий в защите Русаков. По всей видимости, ждал наката, но очень спокойно в ход ударил Антон. Возможно, на блоке, не обратил внимания, как ребята договорились, а как будет блок ставить. Возможно, на блоке Валентин неправильно позицию занял. Не очень чистая подача, но для передачи, точнее, для лайта, наверное, пойдет. 8-2. Пока, что называется, все в одну калитку. Будем надеяться, что ребята немножечко подтянутся. Ваут подает Антон, который Васильев. 3-8. Не очень сложная Виталика подача получилась. Хорошо, Антон Шевцов выпрыгивал. Видно было, что в полете сориентировался, куда нужно направлять мяч. Посмотрел, где защитник, но исполнить удар с 4 по 4 не получилось. Прием на сетку неудобный. Да, Валентин наказывает за небрежности, прежде всего в приеме Антона Шевцова. Не смог допасовать эту передачу Антон Васильев, и переходящий мяч Валентин в пустую зону площадки легко перевел. 5-8, подсократили ребята отрыв. Нет, передача еще плохая, отведенная. 6-8. Смена сторон. Первая смена сторон, напомню, была при счете 1-6. Сейчас уже 6-8. Освоились Валентин с Виталием. Немножко попроще, мне кажется, психологически, прежде всего, им будет играть. Бегают ребята хорошо. Узкая передача. Хотя и прием тоже был широкий. Да, переходящий мяч. Переходящий мяч доковырял, как сказал Антон Васильев, его напарник
Антон Шевцов. Девять шесть. Нет, это простой кат очень. Переходящий мяч очень хорошо Антон Васильев смахивает. Вдоль сетки здорово. 10-6. Хорошая передача. Опять в руки перебивает Валентин. В доигровке все просто очень разобрался Антон Васильев. Убегающего с блока Валентина ударил, а Валентин в движении находился, обработать не смог этот мяч. Фиксируйте, фиксируйте, господа, свое при оттяжке с блока. Не находитесь в движении, когда вас бьют, останавливайтесь. Так легче обработать мяч. Хорошая очень подача. Хорошая. Прижимал к ленточке Валентин при подаче. И очень неплохо получилось. Антон не справился. Хорошая подача. Еще одна. Ой-ой-ой. Не отследил о том, что мяч переваливается на его сторону. Но, может быть, даже отследил. Трос немножечко тут скорректировал полет и не смог Валентин его обработать. Обидно. 8-12. 12-8, точнее. Очко до смены у нас. Пока каты вот эти близкие вдоль сетки не проходят у Валентина. Ну, в данном случае он заработал очко 9-12. Но, в принципе, защитники цепляют постоянно. Не на той высоте, мне кажется, он снимает. Если бы он чуть повыше это снимал, было бы поострее. Ой, нет, это не передача. Но трос помогает Антону Васильеву. 13-9. Шевцов Антон на подаче. Простой очень мяч, но зарабатывает очком Валентин Градовенко. 10-13. Хороший планер в прыжке получился. Молодец Антон Васильев допасовывает. И в непонятной позиции Валентин остался. Чуть-чуть наклонился, думал, что прямо ему в руку ударится. Надо было все-таки на сетке побороться за этот мяч. Ситуация была выигрышная. 14-10. Простая подача. Да, отлично, Виталий. В диагональ бьет. 11-4. Доигровка еще одна. Простой кат. Не самый острый, но приносит очередное очко. 15-11. Хороший прием у Виталия. Передачка не очень получается у Валентина. Здесь правильное решение. Ближе к шестой зоне его ударил. В сторону оттягивающего с блока Антона Васильева. Антон не смог обработать этот мяч. Возможно, имело смысл Антону оттягиваться ближе к сторону шестой зоны. Но это должна быть договоренность с напарником. Ой-ой-ой, срывает прием. Да, Валентин легко сейчас разбирается. На этот раз остался он у сетки и спокойно переходящий мяч забивает. 13-15.
Валентин Гордовенко и Виталий Русаков сократили отставание. 13-15. Валентин на подаче. Попал, попал. Было ощущение небольшое, что ваут направляет Антон Шевцов. Мяч, но попал четко под ленточку. Здорово. 16-13. Хорошо справляется с приемом. Вот это зря сделал Антон. Напарник у него был готов. Сейчас важна передача. Есть передача хорошая. Пока все тащит в защите, ребята. Этот тоже сюрпризом не стал. А вот сейчас Валентин непонятно что-то сделал. Я так, честно говоря, не понял, что он пытался сделать. Либо просто перебить, либо все-таки каким-то образом передачу сделать. 17-13. Хорошо скоординировался Виталий. Молодец. Непростая была подача, и чуть раньше он дернулся, но смог скоординироваться, принять и в атаке хорошо действовал, уверенно. 14-17. Срывает Антон Шевцов прием. 15-17. Из одной партии у нас матч за третье место в категории Light. 18-15 счет. Очень хороший кат по линии. Через блок. Виталий практически без ошибок действует. Молодец. 16-18. И сейчас очень грамотно Антона выполняет кат по линии. Ну, все очень просто было. Валентин оттягивался, но, наверное, чуть пораньше надо было это сделать. Так в полупозиции остался и не смог никак вообще отреагировать на эту атаку Антона. Хороший планер летел, но слишком ваут далеко. Метра полтора, наверное, ваут. 17-19. Не очень сложная Валентина подача. Узковато пасовал Антон Васильев. Вот сейчас по линии очень хорошо Валентин перевел. Здорово. В ленточку самую попал. Практически без шансов. Странно, принимает решение, что ваут, но четко по лень. В ленточку касание было мяча, на мой взгляд, очевидно. Я так понимаю, что спорный мяч разыгрывается. 17-19. Есть. На этот раз Антон очень уверенно снимается. 20-17, матчбол. У Антона Васильева, Антона Шевцова. Опять простая подача летит достаточно. Неплохая передача со второй. И
Виталий на этот раз не смог забить. 21-18. Антон Шевцов, Антон Васильев занимают третье место в категории Light в нашем турнире.